Здравствуйте! Хочу познакомить вас с электрическим прибором под названием «Робочистка». Каждая хозяйка, конечно, мечтает о таком приборе, потому что все прекрасно знают, как чистится рыба-окунь с мелкой чешуей. Включается она очень просто, в розеточку. И дома, и на природе можно. Сейчас я вам покажу, как она на природе работает. Отприкурите машину, так она чистится. Видите, как легко и звучно вообще тумбочку нету. Удобно в применении, легко в обращении. Снимаем кожу. Моем. Рыбочистка готова, снова к применению. И вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите. Теперь все в ваших руках. Готовим, запекаем. Приятного аппетита!